Госдума сегодня рассмотрела законопроект о кредитных каникулах для россиян, которые будут призваны на службу в рамках частичной мобилизации. Ранее инициативу поддержал Комитет по финансовому рынку, но специалисты заявили, что документ требует доработки. Речь идет о потребительских и ипотечных кредитах. Мобилизованным предлагают на время прохождения службы предоставлять отсрочку по выплатам либо уменьшение размера платежей по таким займам. Также планируется, что этим пунктом смогут воспользоваться лица, которые находятся у призванного заемщика на иждивении. В том же законопроекте есть нормы и на случай гибели или ранения военного во время службы. Они предполагают полное или частичное прекращение обязательств как по его кредитам, так и по займам тех, кто находится у него на содержании.